Всем привет! Сегодня я буду не Никитой, а Борисом, потому что мы будем играть в игру «Криминальная Россия». Попробуем пройти первую миссию. Сейчас мы подъедем к одному бандиту. Вот он. Ну что, здорово. Ай, машину поставил неудобно. Скажи, что ты от белого. Мне один знакомый стоматолог задолжал денег. Ты должен их у него отнять. Ну, поехали. Сейчас едем в больницу. Все, вот мы и приехали. А за нами уже кто-то гонится. Ну чё ты, чё ты? Все, я справился с заданием. Убегаем, убегаем отсюда. За нами уже полиция гонится. Быстрее! Давайте! Угоняем полицейский... Так, угоняем УАЗ. Да блин. Все, садимся в этот УАЗик. Все, погнали, погнали, погнали отсюда. За мной уже гонится куча полиции. Все, приехали. Привет, Борис. Сегодня ночью в город приехал грузовик с ценным грузом на борту. Угони грузовик и доставь груз в целостности. Окей, я все сделаю. Но это будет в следующей серии. Всем пока! Пишите в комментариях, какие серии вам больше нравятся. С машинами или вот с такими играми. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч в других видео.
Также не забывайте подписываться на каналы моих друзей. Это каналы Магмаграч 2.0, Никита Галенков, Разнообразный Александрос, Чумное видео и другие. Но вы сами знаете их. Всем пока!